Как уберечься от наркотиков? Этой теме посвящен слет молодежных организаций, открывшийся сегодня в Ярославле. В областном центре собрались делегации из 9 регионов Центрального федерального округа. Программа, включающая мастер-классы, тренинги, а также круглые столы, посвященные практикам избавления от пагубной зависимости, рассчитана на 3 дня. Своими наработками собравшимися поделятся ведущие специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга. В слете принимают участие порядка 100 человек. Это не только профессионалы, но и люди, работающие над решением проблемы распространения наркотиков на общественных началах. Это представители общественных организаций, представители общественных движений, молодежных, детских общественных организаций, представители учреждений молодежной политики, учреждений профилактической системы. То есть это люди, которые с различных сторон пытаются решить проблему распространения наркотиков. И в первую очередь мы старались сделать слет практикоориентированным, то есть те, кто приехал, получат возможность познакомиться с различными инструментами профилактической деятельности.